Опа, есть, это сазан. Мы снова рыбачим на частном озере. Сейчас пока поклевок нету, я решил достать камеру и снять вступление. Улов, который я сейчас поймал до этого, сейчас вам его покажу. Это наш улов. Он брызгается, конечно же, сазанчики, караси. Так, друзья, сейчас вам покажу прикормку. Вот такая вот прикормка Дельта. Сделано в Казахстане, и это сазан клубника. Сейчас вот такой вот карась взял и кинул вообще недалеко от лодки. Думал, ничего не возьмет, потому что не кормленная точка, и вот такой вот хороший карась взял. Короче, запах у него вообще отличный, шикарный. Сазан. Сазан одобряет. Друзья, вот сейчас поклевка идет. И вот сазан. А, нет, карасик. Вот. Сейчас здесь был такой котел из рыбы, который прям вот что-то жрал сазан такой хороший. Сейчас попался мне карасик. До этого я поймал сазанчика. Где-то как-то 2,5 ладошки, а до этого сейчас... Да я не знаю, что-то нормальное было. Вот как я сейчас поймал. Так, друзья, была поклевка. Пробую поймать. Друзья, повел. Вот и карасик. Маленький сазанчик. Так, друзья, сейчас что-то дернуло. О, опять дернуло. Так, сейчас должен либо повести, либо подтопить. Опа! Есть! Это сазан! Поплыви. Хороший.